Окей. Будем менять стекло на 14 Pro. Спанч Бабу! Вот эти мелкие осколки надо все убрать отсюда. Убираем верхний слой стекла, чтобы достать все скрытые осколки. Защищаем зад от царапин. Смотрел бы я на рожи вот этих, кто говорит, что они сейчас лезвием скроют. Вот здесь снизу, где разбитие. Посмотрел бы я, что там с дисплеем случилось. Сейчас будем вскрывать телефон с помощью пленки. Те, кто говорит, что вскрывают лезвием и все хорошо, очень рад за вас. Очень здорово. Все, у нас дисплей уже сам вскрывается. Он сам идет в руки. Вот, это самый безопасный метод вскрытия у нас. Open your iPhone! Че он одно и то же снимает? На пятый раз уже надоело. Сейчас мы скотч защитим пленочкой. Капучино! Да не надо, Сникерс, да не надо. Да нет, нет. Нет, ну... И кладем не на стол в рой мусора, а вот в такой боксик. Для прикола наклеиваем защитное стекло и сушим в ультрафиолете. Сосем дисплей. Сейчас самый решающий момент. Я должен срезать стекло с дисплея. Очень надеюсь, что все получится. Бэ! Чаттер-чаттер! Царапин нет. Все хорошо. Проверяем дисплей на тестере. Теперь вот эту пластиковую рамку нужно очистить от старого клея. А зачем ее клеить? Мы никогда не клеим. Проблем еще не было. Рамку очистили от клея, теперь очищаем окупленку старую. Теперь нужно наклеить новое стекло без пыли. А для этого нам нужно поехать в беспылевую комнату. Вот на, включись, блядь. Эрузел. Достаем новое стекло. Все чисто, теперь аккуратно склеиваем. No bubbles, no waves. Окей, проверяем дисплей. Дисплей у нас пережил переклейку. Осталось приклеить рамку к стеклу. Very good, perfect clay. Здравствуй, Карсон. Идем в твой номер. I'm a glow-glow, I'm glow. Заполнили всю щель клеем и теперь ставим в печку на полимеризование. Полимеризование, чё? Ставим в печку, чтобы высохло все. Окей, проверяем, как клей затек в щель. Убираем излишки клея, проверяем под микроскопом зазор. Те места, где клей недостаточно заполнил зазор, мы заполняем холодным полиуретановым клеем, чтобы обеспечить максимальную защиту от воды и пыли. Мы с Танисло гордимся тем, что оставляем первозданную красоту и чистоту вашего айфона изнутри, а не только снаружи. Call me sus. Новая влагозащитная проклейка. Осталось проверить iPhone по чек-листу и собирать. Для того, чтобы ваш клиентский опыт был исключительно положительным, мы проверяем все функции устройства до и после ремонта, чтобы не допустить ни единой ошибки. Осталось проверить влагозащиту. Вот когда нет влагозащиты, происходит вот так вот. Вот здесь, посмотрите. То есть от брызг, от капель защита будет прекрасная. Наносим олеофоберное покрытие на дисплей. И пока я это делаю... Скриншотите QR-код, переходите в свою фотопленку, зажимайте палец на QR-коде, переходите во все наши соцсети и подписывайтесь на них.